Ну что же, как говорится, работа у меня такая, не только работа, в данном случае с желанием вполне совпадает, от имени Радио Мария, в том числе поздравлять, не только в эфир выходить. И поздравляем сегодня мы все, все радиомарийцы, все сотрудники, надеюсь, слушатели тоже, Даниила Степанова с рукоположением в диаконы. Пожелание странное, ну, мы и сами необычные, заботиться не о стулах, а о столах. Как диаконы, как святой Стефан, первый коллега по цеху. Минимум год еще можно о ближних, а потом уже все приложится. И стола приложится, уже священническое, а к ней, самое главное, надеемся, со временем Царство Небесное. А если так, то и все к этой столе приложится тоже. И это главное. Удачи, успехов, благословения Божие на пути служения. Не просто так он выбран. И пусть эта цель не уходит, остается в памяти, перед глазами постоянно. Храни Господь. Поздравляем! Слава Иисусу Христу! Дорогие слушатели Радио Мария, все гости, все те, которые меня знают, может быть, или когда-либо видели, от всего сердца благодарю за ваши молитвы, за вашу духовную поддержку, за участие в моей жизни, в жизни церкви. Прошу также о дальнейших молитвах обо мне, чтобы мое служение, которое сегодня я получил с рук владыки епископа Николая, о том, чтобы мое служение, которое веряет мне Господь, я его смог выполнять достойно, чтобы мог нести людям благую весть там, где больше всего в этом нуждаются. Это тоже соответствует харизме нашей конгрегации, нашего ордена, о том, чтобы все те люди, которых я встречу на своем пути, чтобы они могли увидеть, узнать Христа, пойти за Ним, и о том, чтобы когда-то в вечности мы все вместе могли воспевать и славословить нашего Триединого Бога. Спасибо.